Одесская юридическая академия вновь распахнула свои двери для абитуриентов. Будущие студенты пообщались с руководством и профессорско-преподавательским составом, ознакомились с условиями обучения в престижном учебном заведении. Большинство уже определились с выбором факультета и специальностью. Молодые люди еще больше утвердились в решении поступать именно в юридическую академию. На встрече с будущими студентами побывали и корреспонденты-репортеры. На дне открытых дверей собрались более 500 абитуриентов вместе с родителями. Актовый зал, где проходила встреча с руководством университета, был переполнен. На мероприятии представили разные специальности – юриспруденцию, журналистику, политологию, социологию и психологию. Президент юридической академии Сергей Кивалов поприветствовал будущих студентов, познакомил их с деканами факультетов, а также рассказал о преимуществах обучения в престижном вузе. Одно из них – возможность выбора города, где обучаться, в рамках академической мобильности. Структурное подразделение вуза находится в Киеве, Ивано-Франковске, Черкасах, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге. Еще одно преимущество – возможность студента самостоятельно выбирать язык обучения. Тот, кто знает иностранный язык или будет изучать, он может прийти и слушать лекции на английском языке. Он может прийти и слушать лекции на французском, немецком. Будущих студентов также приветствовал профессор университета Венеции, ведущий специалист в области миграционного права Брюс Леймсидор. Он уже в четвертый раз прибывает с визитом в Одесской юракадемии и читает лекции студентам на английском языке. I come here, and this is actually my fourth time here in Odessa, in this university. And I come here mainly because I'm so impressed by the students and by their interest and by their willingness to really participate in the discussions in the classes. Obviously, he's doing a very good job. If he weren't doing such a good job, he wouldn't be attracting such very, very good students and such very active students. I really commend him for the work he's done and for what he's built here in Odessa. Работа инновационных образовательных проектов «Школа американского права» и «Школа права Европейского союза» дает свои результаты. Выпускники вуза Анна Вондерхар, Максим Ладжук успешно сдали адвокатский экзамен в США. Еще одна выпускница, Ольга Смирнова, сегодня возглавляет адвокатское объединение в Соединенных Штатах. Сегодня ценятся знания. Нужно хорошо знать тот предмет, который ты выбрал. Если это право, значит, ты должен знать право не только Украины, но и право Европы, Соединенных Штатов Америки или право Канады. И мы все это изучаем. Все больше студентов привлекает новый факультет кибербезопасности и информационных технологий. Прежде чем открыть факультет, на базе университета создали ультрасовременный IT-центр, а также Центр кибербезопасности и информационных технологий, где и будут готовить специалистов нового поколения. Меня заинтересовал факультет IT-права, потому что я с детства очень заинтересован в всяких технологиях. Практически все, кто пришел на день открытых дверей, с выбором будущей профессии уже определились. Я хочу поступить на факультет политологии, потому что свое будущее вижу в политике, там писать программы для будущих политиков, будущих депутатов или же самой пойти в политику. В юридической академии самые лучшие возможности, самые лучшие условия. Вот. Я пришла посмотреть на и больше узнать о факультете цивильного господарства юстиции. Мне этот факультет очень нравится. Я давно мечтала учиться на юриста. За дипломом мене виберуть, тобто більше буде варіантів, що виберуть мене з дипломом Одеської юридичної академії, ніж Ужгородського національного університету. Тому, мені здається, навчання в престижному закладі дає набагато більше перспектив і плюсів. Для родителей абитуриентов было важно услышать не только о возможностях юридической академии обучать теории, но и предоставлять базу практики. И главное – трудоустраивать выпускников, чему в университете уделяют особое внимание. Студенты со всех уголков Украины стопроцентно трудоустраиваются либо сразу после выпуска, либо еще со студенческой скамьи. У нас есть очень много вузов в Одессе, достаточно. Но такого вуза в Одессе нет, это я знаю точно. Нам понравился, я так сегодня услышала, международные відносини, международное право, журналистика интересна и факультет гражданской цивильной юстиции. Одесская юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Института европейского права и Ассоциации современных европейских исследований. Ежегодно более 2000 студентов, аспирантов и преподавателей по международным программам посещают престижные вузы мира. Тяжело учиться, но тот, кто выдержит, тот, кто захочет получать огромные денежные средства и быть перспективными, построить свою карьеру, они должны потрудиться именно сейчас, после школы.
Университет располагает самой современной в Украине материально-технической базой. Спорткомплексы, где занимаются студенты, являются базой для проведения всеукраинских соревнований, а также чемпионатов и кубков Европы и мира. Керівництво вишу, професорсько-викладацький склад, студентська рада університету, яку зараз очолюю я, та первинна профспілкова організація, яка, до речі, на сьогоднішній день визнана найбільшою та найкращою в Україні, підготувала надзвичайно цікаву та інформативну програму для майбутніх студентів. Після зустрічі з шановним президентом Сергієм Васильовичем Ківаловим та перегляду концертної програми, наші майбутні студенти мають можливість поспілкуватися з деканами обраних факультетів, а також побувати на екскурсії університетом, яку, звичайно ж, проводять голови студентської ради від факультетів. В Юракадемии развивают не только профессиональные качества, но и творческие. При вузе функционирует Центр культуры, где студенты имеют возможность заниматься вокалом, хореографией и театральным искусством. На дне открытых дверей студенты продемонстрировали таланты перед абитуриентами. После знакомства с руководством и профессорско-преподавательским составом абитуриенты разошлись по аудиториям, где им уже более подробно рассказали об особенностях обучения на выбранных факультетах. После этого будущие студенты отправились на экскурсию. Там они смогли поближе познакомиться с материально-технической базой, спортивным комплексом, самой крупной в Украине научной библиотекой, музеем редкой книги, музеем оружия и тиром. В этот день все абитуриенты получили подарки с символикой университета. Напомним, что в юридической академии работает консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Он расположен на Академической 2. Обратиться можно по телефону 719-88-00. Наталья Апара, Светлана Довжук, Наталья Довбыш, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».